Специальное предложение только сегодняшнего дня. Самая выгодная покупка от известного бренда Dershpur впервые в этом сезоне. Сабо Клары мы сегодня вам представляем по самой выгодной цене. И вы знаете, друзья, когда я, например, после эфира снимаю обувь, у меня просто кошмар, как ломят ножки, потому что целый день на каблуках это невыносимо. И отекает ножка, иногда с утра просыпаюсь, отеки не сходят. Поэтому для меня вот эта обувь как отдушина. Между эфирами я часто надеваю эти Сабо Клары, и чему очень прям вообще благодарна бренду Dershpur. Слушай, вот скажи, пожалуйста, Машенька, почему эти Сабо такой прям популярностью пользуются? Да, ты знаешь, действительно, это очень популярная обувь. Объясню почему. Потому что вообще во все времена немецкое качество, немецкие технологии пользовались, конечно, ты знаешь, особым спросом. Действительно, когда мы слышим немецкое качество, мы автоматически понимаем, ага, это то, что нужно именно мне. Тем более наши Сабо выполнены полностью из натуральной кожи. Я хочу обратить на это ваше внимание. Посмотрите, натуральная кожа здесь у нас снаружи. Вот вы видите, верх выполнен из глянцевой натуральной кожи класса премиум. Здесь ваше любимое лазерное напыление, которое добавляет сочности и цвета обуви. Внутри, конечно же, также натуральная кожаная стелька. Значок вы видите, вот он, который подтверждает мои слова. Стелька у нас с вами также выполнена из мягчайшей натуральной кожи. Подклад, внутренняя часть выполнена также из натуральной кожи. То есть тем самым вы получаете натуральную кожу на 360 градусов. Мне очень нравится, друзья мои, что у нас здесь с вами абсолютно уникальный комфорт. Посмотрите, пожалуйста, подошва у нас здесь с вами правильной формы. Подошва у нас с вами идет именно, вот посмотрите на Ольге, да, мы видим с вами небольшую танкетку, видите, которая гасит ударную нагрузку и дарит невероятный комфорт. И вообще все в этой обуви создано для того, чтобы мы чувствовали комфорт максимальный, потому что здесь и увеличенная полнота, посмотрите, здесь высокий мыс, здесь широкий мыс, а значит, самая проблемная ножка находит в этих Сабо максимальный комфорт. Комфортный, удобный. Главное, кожаные до мозга костей, то есть все полноценно кожаные от немецкого бренда. Итак, друзья, Dershpur представляет вам Сабо Клары. Они сегодня со скидкой 60%. Я помню, когда мы вам в апреле их представляли, 16 апреля, если мне память не изменяет, за одну презентацию, за 10 минут было продано 250 пар. Мы вспомнили про эти Сабо, которые, кстати, очень популярны и среди наших сотрудников. У меня такие Сабо есть, я их уже год как ношу, очень ими довольна. И вот решили сегодня вновь сделать для вас такой вот прям сюрприз к весне, к лету. Давайте выберем еще и летний оттенок. Розовый цвет выбирает для себя Ольга Грядунова в этом эфире. Посмотрите, какой такой нежный перламутр невероятно украсит ваши ножки. Голубой. Очень мне нравится этот цвет. В заказе называется голубой, но с таким, видите, фиалковым, васильковым подтоном. Невероятный цвет, молочный, он вам уже очень нравится. Действительно, посмотрите, эластичная лента у нас с вами выполнена такой в серебряном исполнении. И, конечно, это станет безусловным украшением ваших ног. Ну и золото. Конечно, золото выбирают для себя самые яркие наши телезрительницы, которые знают толк в моде. И, конечно же, которые станут самыми блистательными. Ну и давай споем «Луч солнца золотого». Так и хочется петь, когда видишь такую яркую обувь. Кстати, знаешь, мне нравится, когда солнечные лучики и обувь такая блистательная, и обувь еще ярче смотрится. Это как вишенка на торте, я имею в виду про наш образ, знаешь, готовый. Прям идеальное дополнение. Итак, Сабо Клары от бренда Dershpur из натуральной кожи. Это уже второй эфир, когда мы вам представляем Сабо. За первый эфир было продано более 1000 пар. Ты представляешь? Сейчас пока еще они есть в наличии во всех размерах. Кстати, о размерах. Давай по-быстренькому их подберем. Давайте, друзья. Друзья мои, так, посмотрите, размерная линейка у нас с вами классическая, 36 до 41, но хорошая новость, это предложение мы берем на размер больше, то есть носите 36, выбираете 37 и так далее по аналогии. Таким образом, мы имеем у нас в коллекции редкий 35 размер. Отлично. Ну что ж, с размером мы с вами определились. Теперь хочу напомнить, что у нас сегодня с вами еще и по полноте хорошо адаптированная обувь. Знаешь, вот когда приходишь в магазин и спрашиваешь, мне, пожалуйста, восьмую полноту, все на тебя круглыми глазами смотрят, вообще не понимают, о чем речь. Да, действительно. Мы с вами имеем дело с брендом Dershpur. Это российский бренд с увеличенной полнотной группой. Посмотрите, здесь у нас девятая полнота. Женя наша делает замер, 27 сантиметров обхват ее ноги. В
пучковой зоне. Это полнота 10+. Полнота – это расстояние от косточки до косточки, если говорить простыми словами. Посмотрите, несмотря на увеличенную полноту, несмотря на особенности стопы, вальгусное и варусное нарушение Тейлора есть небольшое, на свой 40-й Евгений выбирает 41-й размер наших сабо, то есть делает выбор на размер больше. Посмотрите, как они идеально сели на ноге. Я хочу обратить внимание, что мы видим полуприлегание, мягкий кант, который не впивается в ножку. Вот посмотрите на другую нашу очаровательную модель, Ольгу, которая также выбирает на размер больше. Вы видите, эластичные ленты даже не работают пока. Но если нужно будет, то эластичные ленты будут подстраиваться под высокий подъем. Отлично. Ну что ж, с объемом все, разобрались. То есть, если шишечка, вальгусная деформация, помните, как иногда приходим в магазин, и кажется, что прям издевательство над нашей ножкой. Как будто бы прям ее вся обувь ненавидит в этом магазине. Пережимает сильно. А продавцы всегда говорят, это нормально, вся обувь такая, ее просто нужно разносить. И когда она там разносится? Никогда, правильно? Так и продолжаем мучиться. Мы сегодня с вами выбираем обувь, которую мы сразу занырнули. Оп, разнашивать не нужно, смотрите, здесь еще запас есть, да? И побежали! Легкие, воздушные, удобные! За 2499 рублей представленные только на нашем телеканале. Вы прекрасно понимаете, из натуральной кожи сабо в магазинах, ну, будет стоить в сезон 5000-6000. Если говорить о немецкой натуральной кожаной обуви, то такая обувь будет стоить и за 10, и за 15 тысяч рублей. А если еще и добавить анатомические особенности и ортопедию, то такая обувь будет стоить вообще космос. Сегодня все для вас по супердоступной цене, которая действует только сегодня. Слушай, вот перфорация меня также интересует. Смотри, вот у моей свекрови очень часто в районе шишечки быстро прорывается обувь, а тут еще и перфорация. Не будет ли усиливаться быстрее прорывание? Да, хороший вопрос. Ты знаешь, я хочу обратить внимание, да, на перфорацию. Во-первых, вы ее очень любите. Во-вторых, важно сказать, что это очень модно и популярно. В-третьих, вы уже обратили внимание, что перфорация у нас с вами сквозная. То есть это не только элемент дизайна, а вполне функциональная вещь. Вот посмотрите, я специально свечу фонариком, чтобы вы в этом убедились. Вы видите, то есть каким образом будет происходить дыхание вашей ножки. Вы сегодня выбираете немецкий бренд, немецкое качество, обувь, которая будет чувствовать все особенности вашей ножки.